Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я показываю, как рисовать. Сегодня мы будем рисовать лето. А что такое лето? А для меня лето — это яркие прогулки на природе. Можно? Давай нарисуем собачку. О, хорошая идея, будем рисовать собачку, ребят. Конечно же, ребят, рисуйте собачку с нами. Будем рисовать акварельной краской. Акварельная краска Лео. Сочные яркие цвета в удобном пенале. А с палитрой — это то, что нужно, 12 цветов, мы сделаем классные рисунки. Сейчас мы позовем Лео, а я уже здесь, и мы будем рисовать поэтапно на белом листе бумаги. Намочим сначала каждую красочку, намочим кисточку и капнем капельку на каждую красочку. Какого цвета, Лео, будет твоя собачка? Моя собачка будет оранжевая. Хорошо, тогда берем оранжевый цвет и начинаем сразу же с собачки. У собачки есть что? Тело. Тело. Рисуем тело. Тело вот такое прямоугольное. И вот так его закрашиваем. Раз. Если здесь у тебя не красится, то возьми еще немножко краски и подбавь. Что есть еще, Лео, у собачки? У собачки есть, наверняка, есть голова. Давайте ей нарисуем голову. Конечно же, голову. Твоя собачка летом гуляет? Конечно же, летом. Самое летнее настроение сегодня мы будем рисовать. Конечно же, ребят. Рисуем. Вот такая у нее мордашка у нашей собачки. Есть два глаза, мы их сразу нарисуем. Вот так. Раз и два. Два глаза. Один и второй. Остальное мы все опять закрасим оранжевым цветом. И нарисуем два уха. О, я как раз хотел сказать про уши. Мне нравится, когда у собаки длинные уши. Давайте что-то среднее. У некоторых собак длинные уши, у некоторых короткие. А мы нарисуем что-то среднее. Не длинные, не короткие. Но есть еще что-то у собаки. Ага, дайте посмотреть. Лапы. Лапы, конечно же, лапы, как у меня. Давайте и лапы рисовать. Одна лапа, вторая лапа. Опять немножко намочи кисточку, макни ее в оранжевый цвет и нарисуй третью лапу и четвертую лапу. У того у нас 4 лапы, считаем. 1, 2, 3, 4. И хвост, ребята, не забудьте. Моей собачке нужен хвост. Конечно же, ребят, нарисуем хвост вот так. Раз вверх. И хвост тоже готов. Смотри, собачка готова, только у нее здесь нет шеи. А давайте нарисуем такой ошейник, знаешь, носит. Давайте нарисуем ошейник, но он будет очень веселый, яркий ошейник. Это будет голубой платочек, который будет радовать собачку. И она же идет погулять. И она одела самый красивый платочек. Может быть, даже хозяйка ей одела такой платочек. Нарисовали? Хе-хе, красиво очень получилось у тебя, Макс. Ты умеешь рисовать? Ребят, я умею рисовать, но я показываю, как вам рисовать. Я делюсь своим умением с вами, и это здорово. А можно я тоже поделюсь? Или ребятам? Конечно же, ребят, приходите в Инстаграм Лео рисует и поделитесь своими работами. Это очень легко. И вместе у нас получится классные рисунки. Продолжаем? Да, вот уже наверняка все ребята догнали нас. Мы можем нарисовать глаза и вот носик. А может быть еще что-нибудь? Конечно, мы нарисуем большую картину. Мы нарисуем, как я и говорил, глаза. Раз глаз, два глаз. Носик. Носик большой у моей собаки. И улыбочка. Вот такая вот у меня собака. У нее есть бровки, и она очень-очень счастливая, потому что вы ее, ребята, рисуете. Для собачки хорошо бы нарисовать что? Хорошо бы нарисовать дерево или лужайку, по которой она гуляет. Конечно же, ребят, смываем кисточку, черный нам больше не понадобится, возьмем зеленый. Зеленый и нарисуем лужайку вот так, слева направо, справа налево, и вот наша лужайка готова. Но она сейчас похожа на какую-то дорогу, очень похожа на, просто на дорогу, и совсем не похожа на лужайку и траву. Конечно же, ребят, макнем еще немножко зеленого и нарисуем вот так вот ей траву. Сверху вниз, снизу вверх мы нарисуем мазочки, это наша травка. Тут же нарисуем цветы. Цветочек с большими листиками, а сам цветочек будет цвета, которого вы выберете. Давайте сделаем малиновый. Я хочу малиновый. Давайте малиновый. Берем малиновый и делаем 3 мазочка. Вот наш малиновый цветочек. Что еще можно рисовать собачке? Я знаю, что я, можно я скажу? Давай, Лео, говори, ты нам много помогаешь. Я хочу нарисовать лето, потому что у нас лето. И я хочу нарисовать вот здесь, большое-большое солнце. Можно? Конечно же, ребят, солнце — это самое яркое такое веселье, когда у нас есть солнце, когда приходит лето. Оно нас греет, мы можем гулять, и если даже мы не попали на море, мы можем гулять просто в лесу или просто пойти в парк на полянку. И у нас будет солнце и лето, и все будет здорово. А в конце, я думаю, можно нарисовать небольшое облачко вот здесь, вот такое вот. Заполнить это место, и будет очень красивая картина. Смываем кисточки, краски закрываем. Ребят, приходите к нам. Приходите к нам на Лео рисует в Инстаграм, на
ТикТок. И, конечно же, на Ютубе ставьте нам лайки. Ребят, рисуйте, делитесь своими рисунками, приходите к нам. Лео рисует, легко найти. Лайк и пока-пока. Пока-пока.